что, первый прыжок. Мотаешь покинь. Нихрена. Окунь, короче. Да? Не есть тут? Не дожал. Нет, у тебя там сработал окунь. Не дожал, наверное. А, ты меня сегодня сбил? Да, сам. Ну как сбил, сам. Есть что-то? Сейчас так будет, мороз такой. Ну, слушай, первое чудо. Я просто второй. Так что привет всем. На очередной раз на рыбалочке. Чё? Там изо рта выйдет. Чё выйдет изо рта? Реки за 5 минут в этой стороне. Ага. Ну, меня так же сбило просто всё. Живец на месте. Сейчас посмотрим. Окунь? Маленький. Кусок. Ага. Да. Так что мы опять на рыбалке. У нас мороз. Градусов, наверное, 20, да? Ну, с утра 20 сейчас уже имеет. Ну сейчас ни хрена, мне кажется, нормально. У тебя еще вон один флаг, вон он. Крайний. Наш солнышко встает, красота. С той стороны. А? С той стороны. Вон, напротив. Ага. Еще один флаг. Ловим плотву, поймал уже две штучки, одна прям хорошая, и одно что-то ушло, прям, я не знаю, нормально. Сейчас будем еще искать рыбу. Но планы, короче, поймать плотву, окуня. Ну, если что-то будет нажерлиться, хотя уже вот Диман поймал одну. Ну да, у одной вытащил. Да, я думаю, что должны сегодня нормально отловиться. Мороз, конечно, но... Ну, что там? Thank you.
будет. Это окунь мотает. Окунь мотает. Крупняк? Не крупно. Шнуркидзе. Шнуркидзе. А, я уже здесь ловил. Вон, кровь.
рыбалка у нас закончилась на сегодня. Вот. Собираем последние жерлицы. Кто-то... У тебя две штуки осталось, все? Две штуки осталось. Что-то завтра отдыхать. Ну-ка покажи, что ты вообще поймал. Шнур заглотил в кишки. А? Шнур в кишки заглотил. И все? Да. Вот не хотел уезжать, сейчас вывалился из волокушки. Бам-бам, смотрю, валяется. В общем, все, рыбалка закончилась, рыбу поймали, окуня нашли. А, вот этот маленький. Да. Я, короче, завтра на лайте. Ну и ладно. Ладно, все, всем пока.